Привет, молодежь, наконец-то у меня русскоязычный человек сегодня. Yes. Да, Николай. Говорит на английский. Мы сегодня круто полетаем. Да, мы круто полетаем. Кто не знает, меня зовут Анатолий. Всем привет. Толя и Коля будут летать. Да, сейчас будет старт. На старте мы потанцуем. Коль, скажи, ну, вперед наклонись немножко, стань удобно. Когда тебя кто-то толкнет сейчас на завтра. Ну, если удобно, наклонись вперед, вот удобно. Одну ногу можешь вперед, а вот так. Удержать не пытайся. Да, да, сразу бежать назад. Двигайся назад, дайте буду. Да. Да. Хорошо, у нас там призрак. Оп, все, он не стартует. Садись, присаживайся, ножки поджимай. Красава! Вот она! Левую коленку вверх сделал, правую коленку сделал вверх, удобно сел. Все, ребята, мы в воздухе. Боже, как приятно с русскими ребятами. Это кайф! Вообще, давно хотел. Откуда, сколько Коля? Давно? 3 дня, наверное, как в Грузии. Откуда ты? Сразу. Я из Черкас. Черкас, Украина. Город Черкас, Украина. Еще и земляк. Да, мне сказали, что из Украины, я сказал, что хочу летать с земляками. Посмотри, как красиво. Ты не поверишь, у нас Дима, вот мой брат стоял рядом. То есть у нас семья, то есть у нас как и нет, у нас только свои все. Круто, круто. Вообще такая красота. Я первый летал раз в Турции, но с турком мне не очень понравился, в Алании. Было стрёмно. А потом мне друзья подарили на Бали. На Бали полет. На Бали полет, над океаном. Так офигенно. Да, 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 крутили, вертели. Обалдеть, какая высота, какая красота. Супер, вообще эмоции просто от полета. Сейчас мы с тобой полетим, я тебя вытяну высоко, 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 высоко. Класс. Вот тебе понравится, реально. Давай. Реально будет небольшая турбуленция, но это ничего страшного. Не отлично. Турбуленция или восходящие потоки? Да это горы, какие красивые. У нас турбуленции не бывает. Вообще. Первый раз в Грузии? В Грузии первый раз, да. Я для нее делаю первый раз. Да, в Грузии первый раз. Ух ты, а что это за озеро там такое красивое? Это для гидроэлектростанции. Гидроэлектростанция. Она там дальше будет. Ну, короче говоря, придите, я покажу Кудаури, я живу в Кудаури. Мы все живем в Кудаури. Вот зимой у нас никогда не заканчивается. Немножко решается. Это малявка ваша? Наши три у нас такие. Три малявки? Да. Обалдеть. Погода. Это мы маленькие. Это вы молодцы. Стараемся. У нас 2 сына. Как он дает, знаешь? Да. Я хочу сына. Девочки, девочки. Ну ничего страшного. Как вы, знаешь? Вау, вообще. Сейчас вот будет восходящий поток, ты почувствуешь, что нас потянет вверх. Мы будем с ним работать. Наберем высоты. Ну как я такой? А, ты что? Мы вместе кайфуем с тобой сегодня просто. Чем занимаешься? Как круто. Слушай, я занимаюсь сетевым маркетингом, криптовалютой. Да. Обалдеть просто! Вот это вид! Я пикею вообще! Вот это дает нам, боженька! Сегодня кайфануть! Нет, на Бали ниже гораздо, ты чё? Красота! Блин, я представляю, как ты заряжаешься, таких как я. Да, бомба. Эмоциональных. А знаешь, некоторые вообще такие, блин, чудики. Сидят, вообще в шоке, если честно. Ну, есть у тебя же прилетели мысли по человеку, если бы ты еще вот у меня. А некоторые на измене, да? До тебя было просто вообще девочка. Да, вот это же я араб. Нет, до тебя до китайца. А не китайцы, это был филиппинец. Малазийцы, это был малазийц. До малазийца была. Вообще на меня потянуло, короче, я просто нахуй сосал. Ну все, заряжайся. Да, спасибо тебе большое. А, ты че? Да, мы вообще с семьей живем на Бали. Молодцы. Уже 6 или 7 лет. 5 лет Непала. 5 лет Непала. 9-й год Грузии. Да, можешь представить. Офигеть, короче, да. Перекати поле. Ты меня понимаешь. Да, да, я тебя понимаю. Сейчас там на Бали локдаун. Мы себе тоже думаем, смотрим, ищем, что, короче,
где бы пожить. Офигенные горы. Я никогда в жизни такого не видел. Мы были в Карпатах, но это вообще не то. Нет, Карпаты горы, тоже это красивые. Горы. Это совсем Карпаты другие, это другие горы. Горы. Совсем другие горы. Фантастика просто. Поточек есть небольшой. Давай. Это вот где вы живете? Вот тут? Вон. Ага. Тоже соскучились. А здесь прям снег. Здесь 2, 3, 4. Офигеть. Вы там купили апартаменты себе, да? Даже сейчас телефон возьму. Да, офигенно, ты в воздухе еще базаришь. Один достанется, надо будет еще одного докатать, вот, и все. Да, тулит, короче, сюда вот до самого угла, тут легко можешь даже иди прямо, ничего не крути. Да ни хрена, ты сейчас минус крутить будешь, смотри, ты минус прокрутил. Ну, я тебе сказал, потоки сейчас такие делают. Офигеть просто. Как хочешь. Просто обалденно. Красота. А вы, получается, занимаетесь вот параглайдингом, да, катаете людей? Ну, туризм какой-то, наверное, чем экскурсии. Ты знаешь, ну, все виды туризма, но больше всего мне нравится параглайдинг. Это вот 2 года уже, и это скитур. Это... А мы же ходим, вот все, что город, это не что-то шарфлот, это ДТН, это не скала. Мы реально мы очень идем на эти все горы, спускаемся, фрирайдим, в общем, очень круто. Офигеть. Так что... Слушай, офигенно, давай. Я кайфую просто. Поток такой хороший. Я кайфую. Просто бомба. У тебя жена летать будет? Нет. Боится. Вообще тебя подожди. Давай, вообще будет супер. В воздухе так четко, да? Ну, вообще, я отдыхаю. Я балдею просто вообще. Смотри, как же круто. Смотри, этот муравейник. Да, да, да. Мы суетятся. Мы что-то там. Купили, короче, суетятся, что-то там. Офигеть. Давай вырубим камеру.